ярким пламенем трепещет на ветру флаг с изображением государственного герба СССР, а у основания древка прямо на льду алеют букеты цветов. Лепестки красных роз сразу же скрутились на 35-градусном морозе. Мгновенно на глазах приобрели совершенно другой оттенок, будто художник покрыл их эмалью. Нет, они не помертвели, красные розы, взятые в одном из цветочных магазинов Москвы. Просто они озябли на стылом полярном ветру. Заботливые руки переложили их в середину букетов с искусственными цветами, и розам будто стало теплее. Люди привезли их сюда в память о своем друге, который лежит под этим трепещущим флагом, под горящим костром цветов. Все же как может посмеяться над людьми судьба? Ночь, пурга, на льдине 104 человека. Никто во всем мире не знает, что же произошло в арктических льдах Чукотки. Никто, кроме самих пострадавших. И первое, что услышали потерпевшие кораблекрушение, когда включили прием, веселый фокстрот, который передавала Америка. Эрнст Кренкель включил передатчик. В эфир полетели позывные Челюскина, а затем слова. 13 февраля в 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северный и в 144 милях от мыса Уэлен Челюскин затонул, раздавленный сжатием льдов. Это была первая радиограмма, посланная радистом Эрнстом Кренкелем в Москву из ледового лагеря Шмидта в день гибели парохода Челюскин 13 февраля 1934 года. Этому дню, который вошел в историю как день начала Челюскинской эпопеи, предшествовал трехмесячный дрейф корабля. 4 ноября 1933 года в хорошую, солнечную погоду пароход вошел в Берингов пролив. Справа по борту судна, самая северо-восточная конечность Советского Союза, мыс Дежнёва. Далеко слева темнели горы Аляски. Чукотское море осталось сзади. Прямо по курсу Тихий океан. Уже хорошо были видны края ледяного поля, откуда до самого горизонта чистая вода. Осталось пробить ледяную перемычку шириной в несколько сот метров. Однако пробить ее не удалось. Слишком толстым и неподатливым оказался ледяной панцирь. Слишком несовершенными были методы борьбы с ним. Челюскин остановился,
затем под действием течения вместе с ледяным полем стал отступать. Так и продолжался дрейф корабля до памятной даты 13 февраля. Утром я сменилась с вахты, пошла отдыхать. Ну, как-то провозилась, а после обеда улеглась спать. Только легла, слышу беготня на верхней палубе, стук такой, разговоры, крики. Но мне и в голову не пришло, в чем дело. Вспоминает Ольга Николаевна Комова, бывший метеоролог, участница Челюскинской эпопеи, ныне пенсионер. А потом слышу визг, как будто визг собак. Мы уже привыкли, что этот визг обозначает начало сжатия. Льды нажимают друг на друга, и получается такой характерный визг. А потом пароход затрясся, задрожал, как будто его великан взял и вот так потряс. Это было несколько мгновений, а потом тишина. Очевидно, сжатие было мгновенное, и оно прекратилось. Ну, когда я вышла на палубу, выбежала вернее, то, конечно, видно было, что сжатие. Я еще сразу не поняла, что это гибель. По приказу капитана машинисту нашему в машину понесла фонарик, потому что вмиг электричество вдруг перестало действовать. А на обратном пути заглянула в нижние каюты. Гляжу, левый борт весь взрезан, как ножом, и обшивка даже загнулась, и льдины уже залезли в каюты, на пол, на диваны. Ну, тут, конечно, даже я, очень неопытный, так сказать, моряк, поняла, что это конец. Капитан приказал мне и еще одному научному сотруднику, Ухмысникову, выбрасывать из всех кают матрасы, одеяло, подушки. Помимо того, настоящая выгрузка уже шла своим чередом. С верхней палубы, с нижней палубы, подготовленные заранее ящики с продуктами, бочки с горючим, с маслом, теплые вещи спустили, и маленький самолетик был у нас, летчик Бабушкин. У нас еще ехало два дома разборных на остров Врангеля. Мы должны были там сменить зимовку и поставить там два дома. Капитан приказал разрубить тросы, которыми были связаны доски. И эти два дома всплыли после того, как наш Челюскин ушел под лед. Я забралась на корму, носом уходил корабль в воду, поэтому корма поднималась высоко, а нос глубоко уже был подо льдом. Очень страшно было прыгать. Глаза зажмурила, прыгнула высоко. Ну, кто-то меня внизу поймал, по-моему, Бабушкин. И потом, через несколько каких-то мгновений, мы смотрим, пароход все сильнее и сильнее уходит носом под лед. Потом сразу, раз, в одно мгновение он прямо нырнул под лед. Ни шума никакого не было, ни взрыва никакого я не слыхала, но густой черный дым. И все, его нет. И тишина, и пурга. Тишина потому только, что парохода нет, и люди молчат. А ветер усиливался. Пурга довольно большая. Шмидт встал на торос. Отто Юльевич Шмидт, наш начальник экспедиции, и ему дали в руки книгу, судовой список. Сделал перекличку. Оказалось, одного товарища нет. Он был заведующим хозяйством нашего парохода,
Борис Могилевич, очень хороший товарищ, комсомолец. И он руководил выгрузкой до самого последнего момента. Он был в трюме. Потом, когда ему сказали: «Борис, все, нужно вылезать из трюма», он вылез из трюма наверх. Оставалось наверху, на корме, только три человека. Капитан, кочегар Паршинский и Борис Могилевич. Капитан крикнул: «На лед!» И капитан, и Паршинский прыгнули. Я хорошо это видела, как прыгал капитан. У него черный тулуп такой, подбитый мехом овчинным, распахнулся, и он летел, как большая птица черная, вроде как на крыльях черных. Его как раз фамилия такая — Воронин. Фамилия подходящая такая. Он отдал и последнее распоряжение. Паршинский тут же прыгнул, а Борис почему-то сделал шаг назад. Один шаг назад. И это его погубило. То ли он поскользнулся, или еще что-нибудь, сейчас неизвестно. На него наехали еще бочки, которые оставались на корме, постройки деревянные, все это на него наехало, и он уже подняться не мог. Остальные 104 человека сошли на льдину благополучно. Еще находясь в дрейфе, челюскинцы чувствовали, что угроза гибели висит над кораблем, как дамоклов меч, и поэтому готовились к самому неприятному. Выгрузка людей, всего самого необходимого, несмотря на катастрофическое положение, происходила быстро, без всякой паники. И примером во всем был начальник экспедиции Отто Юльевич Шмидт. Он у нас всегда был на виду. Мы всегда его видели. Он великолепный организатор, пользовавшийся колоссальнейшим уважением. Он был очень спокойный. Он почти в последний момент вспомнил, что у него в каюте остался орден. Он спокойно вернулся в свою каюту, вынул этот орден, положил его, я уж не знаю куда, я не видела, в карман или нацепил на лацкан и спокойно пошел выходить. Он все время присутствовал при выгрузке и помогал, насколько мог и насколько ему это было возможно. И когда Челюскин пошел под лед, он потребовал себе книгу судовую и сделал перекличку. Потом с капитаном Ворониным они посоветовались и отдал такое распоряжение: тут же скорее ставить палатки. Ветер усиливался, не ослабевал, пуржило. Трудно было разглядеть друг друга на расстоянии нескольких метров. Больше я его не видела, потому что в этой белой мгле мы все смешались, друг друга потеряли. Мы залезли в палатки, кто в какую уж смог. Было отдано распоряжение взять спальные мешки. Кто нашел спальный мешок в этой пурге, взял. Кто не нашел, тот до завтрашнего дня это оставил. Вот мы забрались в палатки все. И, как ни странно, мы спали. Это очень странно. Вахтенные три матроса ходили рядом с нами. Среди этих беспорядочно разбросанных палаток, беспорядочно разбросанных ящиков, досок, бочек. А утром первого, кого я увидела, был все-таки Шмидт Отто Юльевич. Я вылезаю из палатки, и, как ни странно, тихо, солнечно, красиво, я бы сказала, все сверкает, все белое. И идет, улыбается Шмидт. И первые его слова ко мне были: «Солнышко-то какое!» Я говорю: «Конечно,
солнышко, хорошо. А потом тут же я спросила его, что сейчас будем делать. Он мне рассказал, что уже отдал распоряжение. Люди пошли на Майну, туда, куда нырнул наш Челюскин, и вытаскивали оттуда вещи, которые всплывали. Те же бочки с маслом, ящики и лес. Эти доски нам очень пригодились. Ну, тут, конечно, не один Шмидт распоряжался. У него советчиков было много и очень квалифицированных. И капитан, и наш инженер Ремов, специалист по строительству. Штурманский состав, тоже опытные были товарищи. Решили строить барак. И вот выстроили барак по всем правилам ледового искусства. Ледовый лагерь благоустраивался. Но первое, что сделали челюскинцы после гибели парохода, установили на льдине судовую радиостанцию. С нее они и передали в Москву радиограмму, вошедшую в историю освоения Арктики. Радиограмму, которая взволновала всю страну. Весь мир заставило обратить взоры к сотне советских людей, борющихся с суровой стихией, людей смелых, отважных и не сдающихся. Эта радиограмма из Чукотского моря появилась на первых полосах «Правды и известий». Рядом с ней газеты опубликовали постановление Совета народных комиссаров СССР об организации помощи участникам экспедиции товарища Шмидта, Отто Юльевича и команде погибшего судна «Челюскин». Срочно была организована правительственная комиссия по спасению челюскинцев во главе с Валерианом Владимировичем Куйбышевым. Комиссия по тщательно разработанному плану проводила одно спасательное мероприятие за другим. На мысе Северном во главе с начальником полярной станции Петровым была создана чрезвычайная тройка по руководству всеми спасательными операциями. По ее указанию на Чукотке создавались базы продовольствия и бензина, готовилась санная экспедиция. В то же время правительственная комиссия отдала распоряжение экипажу ледокола «Красин» выйти из Ленинграда и через Панамский канал направиться к Чукотскому побережью. К Чукотке предполагалось направить и ледорез «Литке». Лучшие полярные летчики, в том числе Василий Мологов, Николай Каманин и другие, отправляются на помощь челюскинцам. Уже через несколько дней самолеты грузятся во Владивостоке на пароход для переброски на Камчатку, чтобы оттуда пуститься в труднейший перелет к движущейся среди полярных льдов точке лагеря Шмидта. Комиссия, имея в виду чрезвычайную трудность перелета самолетов с Камчатки, решает бросить через Европу, Атлантический океан и Америку резервную группу на Аляску. В нее входят Сигизмунд Ливаневский и Маврикий Слепнев. Из Хабаровска через бухту Нагаева, Гижигу и Анадырь спешили в Анкарем Михаил Водопьянов, Иван Доронин и Виктор Галышев. А до Хабаровска Водопьянов добрался самолетом из Москвы. Ближе всех к челюскинцам находился Анатолий Лепедевский в бухте Провидения. Сначала он решил лететь в Уэлен, а уж затем в лагерь Шмидта. Приступил к полетам. Несколько раз пробовали лететь в Уэлен, но возвращались из-за неисправности моторов, пишет Анатолий Лепедевский в книге «Как мы спасали челюскинцев». Наши механики не знали условий работы на севере. История авиации насчитывает ничтожное число полетов в условиях полярной зимы. Здесь и механику, и летчику приходится быть пионерами. Иногда не успевали прогреть моторы. Подчас удавалось запустить один мотор, но не хватало времени, чтобы наладить второй. День был с мизинец. Солнце только вспыхнет над сопкой и тут же спрячется за горизонт. А до Уэлена лететь 2,5 часа. Наконец взлетели удачно.
Правда, не работали некоторые приборы, в частности, указатели скорости. Но возвращаться не хотелось, решил лететь. Шли по компасу и по ориентирам. Внизу промелькнул остров Аракамчечен. Это большой, пустынный, безлюдный остров. Мы узнали его по карте, хотя на карте он похож на все, что угодно, только не на самого себя. Карта составлена очень схематично. Пролетели залив Лаврентия, Мичигменский залив. Подлетаем к Уэлену. Мыс Дежнева закрыт туманом. Уэлена не видно, темнеет. Что делать? К счастью, подул ветер, открылась лагуна, и я увидел на ней черный круг, посадочный знак, который выложили зимовщики. Ледовитый океан открылся нам во всем своем величии. Я развернулся и сел. Это был первый настоящий полет мой на север. В Уэлене каждый хотел хоть чем-нибудь помочь челюскинцам. Взрослые жители села расчищали взлетную полосу, собирали продовольствие для челюскинцев, а чукотская ребятня подогревала воду для моторов самолетов. Был среди этих ребятишек и будущий первый чукотский летчик Дмитрий Тымнетагин. Тогда в далеком Уэлене Лепедевской, заметив, с каким старанием Дима Тымнетагин помогал летчикам, сказал, похлопав его по плечу: «Из этого парня, мне кажется, выйдет неплохой летчик». Дмитрий Кагиевич Тымнетагин, который сейчас живет в Москве, бережно хранит фотоснимок, подаренный ему Лепедевским. На фотографии запечатлены стоящие на трибуне мавзолея Ленина Сталин, Ворошилов, Микоян, Лепедевский и Водопьян. Москва через сеть полярных радиостанций установила связь с лагерем. 27 февраля из Москвы в ледовый лагерь пришла радиограмма. «Шлем героям-челюскинцам горячий большевистский привет. С восхищением следим за вашей героической борьбой со стихией и принимаем все меры к оказанию вам помощи. Уверены в благополучном окончании вашей славной экспедиции и в том, что в историю борьбы за Арктику вы впишете новые славные страницы. Сталин, Молотов, Ворошилов, Куйбышев, Орджоникидзе». Когда Шмидт прочел челюскинцам текст радиограммы, раздался такой взрыв аплодисментов, такое дружное «ура», что, кажется, закачались даже стены барака, вспоминает в своей книге «Раем. Мои позывные» Эрнст Кренкель. Затем в эфир полетел наш ответ. С непередаваемым восторгом заслушали приветствия руководящих членов ЦК ВКПБ и правительства. В лагере челюскинцев на льду не ослабла энергия. Мы знаем, что наше спасение организуется с истинно большевистскими энергией и размахом. Мы спокойны за свою судьбу, но не сидим без дела. Насколько возможно, продолжаются научные работы. Упорно строим и улучшаем наш лагерь, чтобы пребывание на льду было достойно советской экспедиции. Меня часто спрашивают: а что вы делали на льдине? Мы 2 месяца там были. С 13 февраля по 13 апреля. Ровно-ровно. Мы все время работали. Все время. На второй же день узнали, что создана правительственная комиссия под руководством Куйбышева.
и мы должны были ожидать и готовиться к самолетам. А ведь самолет сесть на наши рапаки не может, ведь кругом ровных дорог, ровных площадок нет. И вот была непрерывная забота и работа подыскать площадку, расчищать ее от торосов, то есть попросту их скалывать и на саночках, которые тут же сделали умельцы, отвозить в сторону эти рапаки, которые мы срубали. Но бывало так и очень часто, что подготовишь площадку, вроде все хорошо. Ночью сжатие, льдина наша посадочная дала трещину. Аэродром уменьшился наполовину, значит, самолет не сядет. Опять ищешь новую площадку, опять все снова здорово. Я сейчас не помню, но, по-моему, 19 площадок таких мы делали. На долю женщин пришлась такая работа, чисто хозяйственная, конечно, и потом пошивочная. Просто голыми руками лом не возьмешь или пешню. Вот мы эти брезентовые рукавицы шили. Наш боцман Загорский очень запасливым оказался. Он выгрузил очень много старого брезента. Потом мы из старых палаток кроили и шили эти рукавицы. Мы делали себе ложки, делали из консервных банок кружки, вот шили эти рукавицы. И я, бывало, переписывала стенгазету «Не сдадимся». Нам сказали, что первые по списку мы, женщины, 10 женщин и 2 девочки, которые у нас были, годовалая и полугодовалая. Кренкель прибегал в барак и кричал: «Женщины, быть в 5-минутной готовности!» Готовиться нам, собственно, было нечего. Мы прощались, собирали всех своих провожающих. Кроме вахтенных, все хотели нас провожать. И мы шли на аэродром примерно 3 километра. У нас в лагере была построена вышка для сигналов, чтобы дать знать тем, кто на аэродроме, стоит ли дальше ждать. Была такая сигнализация. Если выставят 2 флажка на вышке, значит, самолет вернулся назад в Уйлен. И вот мы, бывало, несколько раз так вот приходили на аэродром, сидели, ждали. Погода у нас прекрасная, ну, там мороз, 30 градусов. Тихо, для нас хорошо. А Лебедевский вылетел. Мы его ждем. На вышке 2 флагов нет, мы спокойны. Мы ждем 1, 2, 3, 5, 6. Наконец, 2 флага. Грустно идем домой в лагерь. Оказывается, что Лебедевский нас не нашел, потому что от Уйлена до нас путь далекий. Мы ему дали свои координаты. Для того, чтобы их уточнить, нужно солнышко. Солнышко бывает редко зимой. В феврале, марте, апреле. И поэтому часто он не смог нас найти. Вернется обратно. Или полетит, у нас туман, опять же возвращается. Он сам говорил, что вылетал к нам 29 раз. Я как раз недавно с ним разговаривала в Москве. И вот, наконец, 5 марта это было. У нас чудесная погода, что-то 25-28 градусов, очень тихо, хорошо. Мы только что пообедали, выпили свои полкружки супа, как всегда. Я должна была помыть свое ведро. Нас 10 человек. Свою пищу мы получали в этом ведре. И вдруг опять бежит радист: «Женщины, на аэродром!» Я ведро не успела вымыть. Ах ты, досадно! Ну ладно, вернемся, вымоем. У нас в мыслях не было, что мы улетим. Столько раз мы ходили. Привыкли уже ходить. И пошли. Идем так нехотя.
Вдруг видим самолет, побежали, и оказалось, что между нами и нашим аэродромом колоссальнейшая полынья. И вправо, и влево концов не видно, а в ширину она 10 метров. Тут уж не переплывешь, не перепрыгнешь. Попробовал было один из наших механиков спрыгнуть на льдину, которая тут была, у края полыньи, но его тут же перевернуло, и мы его еле-еле вытащили. Побежали наши мужчины, провожатые наши, в лагерь. Захватили там шлюпку-ледянку, которая выжила после гибели Челюскина. И эту шлюпку они притащили на себе по льду. Вскоре самолет Лепедевского поднял нас в воздух. 2 часа летели до Уюлена, а там я попала в объятия знакомых, которых у меня там было немало и среди русских, и среди чукчей. Через 2 дня меня доставили в Лаврентия, а оттуда я давала сводки погоды пилотам Молокову, Каманину, Водопьянову и другим. Они даже не знали, что я сама с Челюскина. Я тогда очень гордилась, что приношу какую-то пользу товарищам, оставшимся на льдине. Анатолий Лепедевский вылетал в лагерь и 2-й раз, но сделал вынужденную посадку. У самолета сломалось шасси, и лететь он больше не мог. Так что Лепедевский остался единственным спасителем женщин. Женским летчиком мы так его звали. И мы гордимся, что первую золотую звезду получил именно он. И вот 13 апреля льдину покидала последняя 6. Это были капитан Воронин, заместитель начальника экспедиции Бобров, боцман Загорский, начальник нашего аэродрома Погосов, радисты Иванов и Кренкель. Начиналась портиться погода, но, к счастью, все обошлось благополучно. Последним в самолет сел Погосов, причем он запрыгнул уже на ходу, предварительно раскачав самолет. Я не случайно не назвала здесь Шмидта. Отто Юльевич тяжело заболел. У него было воспаление легких. Температура держалась около 40 градусов. Из Москвы пришло правительственное распоряжение срочно отправить его в Ном на Аляску. Отвез его туда Слепнев. Однако сделать это было нелегко. Отто Юльевич ни в какую не хотел покидать льдину. Он оставался в палатке во время очередного сжатия льдов. Несмотря на тяжелое состояние, Шмидт беспрерывно следил за разыгрывающимися событиями, и вахтенные через каждые несколько минут информировали его о продвижении льдов. Он часто терял сознание. И под вечер 11 апреля Василий Молоков вывез Шмидта в Анкаре. Утром 12 апреля самолет Маврикия Слепнева взял курс на восток. Шмидта сопровождал ученый Георгий Ушаков. Погода благоприятствовала полету, и в 3 часа дня пилот посадил машину в Номе. Начавшаяся в Номе метель продолжалась 10 суток и задержала перелет на Фербингс. Шмидт был помещен в Номский госпиталь. В течение недели, несмотря на внимательный уход, надежды на выздоровление Шмидта беспрерывно сменялись опасениями за его жизнь. Все население гостеприимного Нома с тревогой следило за состоянием здоровья советского ученого, отважного борца за завоевание Северного морского пути. Со всех концов мира сыпался град приветственных телеграмм по поводу спасения и тревоги за исход болезни. Ушаков выбирал моменты, когда температура больного понижалась, и он переставал бредить и прочитывал ему телеграммы. Участие советской общественности и лучших людей всего мира
действовала на больного не менее целебно, чем все лекарства, которые приходилось ему принимать. Не обошлось и здесь без уток, пущенных американскими газетчиками. Агентство Associated Press дало собственному корреспонденту в Номе распоряжение подробным образом описать похороны Шмидта. Это уже вторые похороны Отто Юльевича за время Челюскинской эпопеи. К тому времени Шмидт уже мог ходить по комнате. Одних челюскинцев летчики вывезли в Уэлен и Лаврентии, других, большую часть, в Анкарем, а затем всех их доставили в Провидение на самолетах и собачьих упряжках. На нартах челюскинцев перевозили местные жители. Летом пароход «Смоленск» доставил героев Северной Одиссеи во Владивосток. Там они пересели в поезд и через всю страну проехали до столицы нашей родины – Москвы. Чтобы повидать челюскинцев, на железнодорожные станции съезжались люди со всех сторон. Поезд встречали оркестры, которые не смолкали и по ночам. Каждый приносил челюскинцам в подарок что мог – молоко, редиску, салат, самодельные шкатулки – конфеты, книги и, конечно, цветы. В Москве героев челюскинской эпопеи встречала Красная площадь. В честь летчиков и челюскинцев местные жители Чукотки сложили песни. Написал о них и поэт Николай Асеев. Вылазкою дерзкою, крыльям Лебедевского путь скор. И не затуманено зрение Каманина в снег, в шторм. Средь полярных сполохов не собьется молоков, курс взят. Стихнет шум, и заново крылья водопьяного к ним мчат. Ближе, ближе торосы, круг на малой скорости, льдов блеск. Сжаты льдами шаткими, машут, машут шапками. Мы здесь, чуб упрямый треплется, флаг советский ветрится, льдов гладь. Нет на свете трудности, нет на свете крепости нас смять. Многих челюскинцев уже нет. Годы берут свое, да и немало жизни унесла война. Ну а те, кто остался в живых, собираются вместе в день гибели Челюскина для того, чтобы оживить в памяти события тех лет, чтобы обнять друг друга, поделиться радостью или печалью. На этих памятных встречах встречаются старые друзья, моряки, летчики, строители, географы, журналисты, кинооператоры. Все вместе они челюскинцы. Хлопают друг друга по плечу, вздыхают, вспоминают давно минувшие дни, а иной раз смахивают украдкой слезу. И вот двое из участников незабываемых событий многолетней давности, Анатолий Васильевич Лебедевский, ныне генерал-майор авиации, и Александр Иванович Погосов, тот самый, который был начальником ледового аэродрома, вновь побывали на Чукотке. Это было в феврале 1977 года. Они приехали сюда, чтобы почтить память парохода «Челюскин». Вертолет вновь взмывает в воздух, берет курс к океану. 172 градуса, 49 минут, 3 секунды западной долготы, 68 градусов, 18 минут, 20 секунд
северной широты. Вот место, где затонул Челюскин. Лепедевский и Погосов устанавливают на пересечении координат алый стяг нашей Родины, к основанию древка кладут букеты цветов. Ярким пламенем трепещет на ветру флаг с изображением государственного герба СССР, а у основания древка прямо на льду алеют букеты цветов. Лепестки красных роз сразу же скрутились на 35-градусном морозе. Мгновенно на глазах приобрели совершенно другой оттенок, будто художник покрыл их эмалью. Нет, они не помертвели, красные розы, взятые в одном из цветочных магазинов Москвы. Просто они озябли на стылом полярном ветре. Заботливые руки переложили их в середину букетов с искусственными цветами, и розам будто стало теплее. Люди привезли их сюда в память о своем друге, который лежит под этим трепещущим флагом, под горящим костром цветов.